Всем салам алейкум. Время 3 часа ночи. Занимаемся гидроизоляцией хунского лука. Обклеиваем березовой корой. Расслоенная березовая кора. Расслаиваем максимально, чтобы как можно тоньше было. Получается вот такую широкую ленту. Разрезаем пополам. И при наклеивании чередуем внутреннюю сторону, наружную, наружную, внутреннюю. И у нас вот так вот получается красиво, в шахматном порядке. После того, как покрою шелоком, будет вообще смотреться бомба. Рог у меня здесь, это внутренняя сторона рога, то есть можно переднюю часть, можно заднюю пускать. Вот это задняя часть получается рога. Тут видно вот шов. Вот и все на сегодня. А клей еще, сухожильный клей. Ну, можно и на рыбе сажать, но сухожильный... Опыт показал, что сухожильный схватывается лучше.